Привет, дорогие друзья! Компания Boathouse хочет вам показать достаточно популярную модельку маленьких катамаранов. Модельная линейка называется Smart Fisher. Характеристики основные могу сказать. Диаметр баллона 42 см, габаритная ширина 1,5 метра. Длина именно этой модели 5 метров. Почему и Smart Fisher 500? Сейчас мы вам покажем, как прямо из лодки можно на переднем купите, на стильчик поставить палаточку, как это все вообще происходит. Поставили палаточку. Здесь специальных крепежей на лодке, на катамаране мы не делали, потому что смысла даже нет. Мы натянули вперед на ручки, натянули сюда, собственно говоря, ничего с ней произойти не может. Теперь ставим обратно тент. Ну что, собрали палаточку. Ну теперь посмотрим, как мы поместили. Вот такие немаленькие. Небольшие, немаленькие. Да, пожалуйста. Сюда, конечно, нужен какой-то еще. Спальный мешочек в любом случае будет. Поэтому, конечно, на клееночку. Но никаких карематов, ничего уже не надо. Вполне хорошо. Место. Нормально. Места между нами достаточно. И как раз. Очень хорошо.